Эмоциональные, откровенные, совмещающие полярно противоположные вещи. Вид чуть отыщи в Zippo Music. Давайте играть хардкор. С такого предложения из уст на то время радиоведущего Евгения Долгова началась история этого коллектива в далеком 2004. В течение 2 лет музыканты искали себя, экспериментируя с самыми разными музыкальными направлениями. В результате с хардкором так и не сложилось. Парни отказались от следования канонам какого-либо определенного стиля, отдав предпочтение миксу самых разных направлений и течений рок-музыки. Если все же пытаться дать определение стилю группы, то, пожалуй, наиболее уместным будет экспериментальный постгранж. С 2006 года Вичуть Атыщи начали активную концертную деятельность. Основной упор во время выступлений делался на энергетическое общение с публикой. За последующие 3 года команда заметно повзрослела как в творческом, так и профессиональном плане. Переломным для группы стал 2014. К тому времени Вичуть Атыщи имели в своем активе как записанный альбом и несколько видеоклипов, так и заметно накопившуюся усталость. Но главным ударом для коллектива стал диагноз «рак» у гитариста группы Семена Барабанова. Справиться с болезнью музыкант так и не смог. После его смерти Вичуть Атыщи какое-то время не собирались вместе. Но, как известно, время лечит. Сейчас, после некоторого переформатирования, коллектив вновь в теме и готовит новый материал. Мы же смотрим видео на композицию «Навесни» Вичуть Атыщи. Умытый нас в белый корч дарует.